Договор об образовании Союза представители четырех республик подписали 29 декабря 1922 года. А уже на следующий день, 30 декабря, его одобрил первый Всесоюзный съезд Советов. Именно эта дата считается днем образования Союза Советских Социалистических Республик. Приняли декларацию о создании Союза Советских Социалистических Республик. Вот с этого момента и считается отсчет нашей страны СССР, чье название гордо реяло на всех морях и океанах, ну, естественно, на победном знамени в Берлине в 1945 году. В автопробеге приняли участие сторонники партии и неравнодушные жители города. А главным символом мероприятия стали красные полотнища. С развернутыми знаменами автоколонна проследовала по центральным улицам города. Я с 1976 года член коммунистической партии. И как бы я присягал, служил на флоте, присягал Советскому Союзу. Присягу давал Советскому Союзу. Поэтому для меня годовщина столетия Советского Союза – это наш праздник. 30 декабря – важная дата. Это рождение Советского Союза. Государство, которое до сих пор занимает особое место в памяти людей старшего поколения.